Это место взаимодействия проблем и процессов современного человеческого мира. Его изучают практически все ветви географической науки. Раскрывая экономико-географическое положение города, выявляем главные ресурсы его развития. Изучение городов необходимо для того, чтобы сделать их более удобными для использования обществом, то есть обеспечить им лучшие условия для выполнения важных и других разнообразных работ. Чем сложнее сложен город, тем больше усложняется знание о нем. В 20 веке произошел стремительный рост городов и городского населения, что привело к резкому росту урбанизации всего мира. Чтобы выяснить, почему, где и как растут города, надо рассмотреть взаимодействие производства и расселения населения, определить специализацию города, оценить роль географического разделения труда в развитии города. На данной основе раскрыть роль экономико-географического положения в судьбе города и близлежащих поселений. Эти знания позволят построить правильную стратегию развития города, что является актуальным для нашего времени. Тенденции развития городов, условия жизни людей в них и другие задачи данной тематики изучаются учеными географии и других наук всеми странами мира. Отражает в себе сущность развития или деградации городских процессов, сконцентрированы в понятии урбанизация. Урбанизация – это сложный, многогранный социально-экономический процесс, связанный с развитием производства, накоплением интеллектуальной информации и совершенствованием форм социального общения, увеличением доли городского населения, ростом значения городов в жизни общества, распространением городского образа жизни, а также других аспектов урбанизации. Некоторые основные положения, характеризующие сущность урбанизации. В узком понимании это рост городов и городского образа. В широком значении это мировой исторический процесс, связанный с социально-экономическим преобразованием города и деревни на основе углубляющегося общественного разделения труда, приводящего к интенсивному развитию индустрии, транспорта, а также несельскохозяйственных видов деятельности человеком. Этот процесс сопровождается ростом самих городов, расширением их функциональной и материально-технической базы, повсеместным развитием коммуникаций и сферы обслуживания, распространением городского образа жизни и форм общения в сельских поселениях. Урбанизация изучает города мира, разделяет характеристики его развития, по которым их отличают друг от друга, а также их проблемы. Можно выделить следующие тенденции развития процесса урбанизации. Постоянное увеличение числа жителей городов и рост числа самих городов. Усиление концентрации рабочих мест, лучшие условия культурной жизни в крупнейших городах, но и увеличение проблем разных слоев сфер. Разрастание городов по территории, возникновение мегаполисов и агломераций. Город – это крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный или культурный центр. С начала 20 века можно зафиксировать существующую развилку в развитии урбанистики. Акцентируется внимание городов на внешней форме, на инфраструктурные проблемы города, такие как транспортные, экономические, управленческие, девелопмент и другие, на проблемах социальной жизни города. В данное время в мире около 85 тысяч городов, из которых 372 – города-миллионера и 21 агломерация. Самые крупные – Токио и Йокогама, Джакарта и Индийская агломерация. Урбанизация – это сложный процесс, следовательно, и показатель, характеризующий это явление, должен быть сложным. В этом обобщенном показателе должны найти отражение такие важные характеристики уровня урбанизации, как степень развития больших городов, а также соотношение городов разных размеров, распространение городского образа жизни и многое другое. Для этого используют такой показатель, как урбанизированность. Урбанизация – это процесс, а урбанизированность является показателем уровня, достигнутого в ходе данного процесса. То есть урбанизированность – это результат самой урбанизации. В настоящее время наиболее урбанизированными государствами, кроме таких городов, государств, как Сингапур, Гонконг, Науру, Монако, где этот показатель равен 100%, являются Катар – 99,1% населения проживает в городах, Кувейт – 98,3%, Бельгия – 97,5%, Мальта – 95,2%. К наименее урбанизированным странам можно отнести страны Африки и Азии. Например, Шри-Ланка – 15,2%, Лихтенштейн – 14,3%, Тринидад и Тобаго – 14,2%, Папуа-Новая Гвинея – 12,6%, а на последнем месте в данном списке стоит Бурунди – всего 11,5%. Сейчас большинство населения концентрируется в городах, и эта доля продолжает расти с каждым годом. Современный город – лицо страны.
Его главный источник ресурсов – мировой центр скопления различного рода программ, центры инновационных разработок и прогресса. Такой город способен самостоятельно функционировать, так как имеет свой собственный потенциал. Тем не менее, несмотря на темпы роста городов и в особенности агломераций, уровень урбанизации в разных регионах мира крайне не одинаковый. Сейчас большинство стран Латинской Америки практически догнали урбанизированные страны Европы, но государства Южной Азии и Центральной Африки остаются преимущественно сельскохозяйственными поселениями. При современных темпах урбанизации эти страны догонят развитые очень быстро. Данное различие напрямую связано с экономическим, то есть финансовым положением не только страны в целом, но и данного города в частности. Развитие субурбанизации в разных странах проходит из-за разных причин, и многие причины противоположны друг другу. В развитых странах, таких как США, Великобритания, Франция, рост пригородных зон идет за счет зажиточного слоя населения. Богатые покупают обширные территории в свои владения, которые непозволительны для густонаселенного города, и застраивают его особняками. В таких домах живут либо отошедшие от дела родители, либо молодые, которые приезжают отдохнуть на уикенд. Население среднего класса живет ближе к городу, так как там живут постоянно и работают в городе. В развивающихся и отсталых странах процесс субурбанизации идет за счет малообеспеченных людей, которые переезжают в города на заработки, но не тянут на работу с хорошим достатком из-за отсутствия образования. Так разрастаются трущобы, где приезжие остаются сначала на время, но вынуждены жить там всю жизнь. Для России и стран бывшего СССР этот процесс приобрел иные черты. Рост пригородной зоны идет за счет дачных поселков для возделывания садово-огородных участков. В начале 90-х годов началось активное строительство коттеджных поселков, которые стали местом жительства для состоятельной части населения города. Еще одним отличием субурбанизации разных стран происходит из-за стоимости строительства частных домов в разных частях земли и экономическое состояние страны. Например, в странах с теплым климатом, где нет зимы, строят дешевые сборно-щитовые дома. А в странах с суровыми зимами нужно строительство капитального дома с его дальнейшим обогревом. Кто-то это может себе позволить, кто-то нет. Процесс субурбанизации в современном мире приводит к естественному процессу агломерации городов и поселков близлежащих к крупным городам. За счет урбанизации растет число городов-спутников, которые имеют более высокий темп роста, нежели города-центры агломерации. Наиболее важным из результатов глобального процесса урбанизации можно отнести приоритетный рост столиц, промышленных, портовых, финансовых и рекреационных центров, центров общемирового значения, формирование агломерации, которое приводит к развитию еще более крупных форм расселения. Мегаполиса. В промышленно развитых странах в результате разрастания и постепенного слияния десятков соседних крупных городских агломераций вдоль транспортных магистралей складываются обширные урбанизированные зоны полосовидной конфигурации. Наиболее известная из них впервые была выявлена и исследована в 50-х годах в северной части Атлантического побережья США, давшим ей название мегаполис, ставшее потом нарицательным. Протяженность этого мегаполиса около 1000 километров, ширина достигает местами 200 километров. Она состоит из переходящих друг в друга агломераций Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Вашингтона. Отсюда ее название Босваш и ряд других менее крупных. Всего 40 агломераций общей площадью 107 тысяч квадратных метров. Население этой главной улицы Америки насчитывает около 50 миллионов человек, почти 20% всего населения. Здесь производится примерно 1/4 промышленной продукции США. Сейчас очень быстро растут агломерации Азии, причем больше на побережье Тихого и Индийского океанов. Рост данных городов идет за счет естественного прироста населения, когда рост западных стран происходит за счет миграции населения. Мегаполисы Западной Европы имеют свойства межгосударственности. Например, территория 5 урбанизированных государств общей площадью 230 тысяч квадратных километров с населением более 86 миллионов людей. Юго-восточная Англия, Парижская, Рейн-Рур, Ранстад, бельгийско-французская, район Антверпен, Брюссель, Лилль. Данная межгосударственная агломерация Европы обусловлена ее территорией, общей историей и общей современной взаимозависимой экономикой. Город не сразу стал доминирующей формой поселения государств. Отношения между деревней и городом начинали изменяться только под воздействием развития производственных сил. Промышленная революция в Европе в конце 18-го и первой половине 19 века в корне преобразовала облик городов. Наиболее типичной формой городского поселения тогда становятся фабричные города. С того момента началось быстрое наращивание поселенческой среды, искусственно создаваемой человеком в процессе его производственной жизни. С данного мануфактурного общества начинается первый процесс урбанизации городов, где происходил рост
рост доли городского населения связан с индустриализацией общества. Особенно высокие темпы урбанизации Запада наблюдались в XIX веке за счет миграции населения из сельской местности в города. Одновременно с данным процессом проходит ряд других, например, субурбанизация, рурурбанизация, ложная урбанизация, гиперурбанизация, дезурбанизация, джентрификация и другие. В процессе урбанизации можно выделить несколько ключевых принципов: экономическая развитость города, климатические и природные факторы, менталитет и история развития населения той или иной страны. Современная урбанизация и субурбанизация – процессы, которые происходят одновременно. Рост города идет за счет его экономического роста, который в свою очередь ведет к притоку рабочей силы. Современные города-мультимиллионеры располагаются в восточной части США, побережье Юго-Восточной Азии и туристического Аравийского полуострова, где за 10 лет города выросли и развились за счет притока в них туристов. У данного процесса имеются как положительные черты, так и отрицательные. Процесс урбанизации способствует повышению производительности труда, позволяет решать многие социальные, денежные, бытовые проблемы общества. Из-за резкого роста урбанизации населения процесс сопровождается ростом крупных агломераций мегаполисов, загрязнением окружающей среды около промышленных центров, ухудшением условий жизни в регионах, выкачиванием всех ресурсов из слаборазвитых городов и целых районов. Урбанизация России отличается от развития городов в других странах. При обширных расстояниях, низких экономических ресурсах, континентальных холодных климатических условиях и малой доли естественного прироста населения на территории России не наблюдается высоких темпов субурбанизации и урбанизации городов по сравнению с развитыми постиндустриальными странами. Таким образом, на процесс урбанизации влияет очень много отдельных сфер, связей и других факторов, а также может протекать в разных странах и континентах по-разному. Данный процесс идет не один, а сопровождается сразу с несколькими процессами одновременно или может со временем преображаться из одного процесса в другой.